Я вчера заказала влог-камеру. Давайте просто минуту тишины просто. За Настин кошелек сейчас. Я не могу снимать на эту веб-камеру на компьютере, потому что у меня какая-то ресница в глазу. О чем сегодня я хотела с вами поговорить? Сегодня я хотела поговорить с вами о том, как я засыпаю. Это просто, вот... Вы должны быть рядом со мной, когда я засыпаю, ребята. Я закидываю ноги на стену просто. Наверное, я голодная, поэтому и заснуть не могу. Какое чудо! Я обнаруживаю, что у меня в шкафу есть печенье. Ура, думаю я. Съем две штучки, думаю я. Через 3 минуты не было коробки. Чтобы вы понимали всю трагичность ситуации, в коробке было 16 печенье. Вот так я лечу бессонницу. Еще новость просто... года! Джастин Бибер едет в новый тур! How exciting! Я просто боюсь смотреть на цены на билет. Просто я не хочу смотреть туда. Я думаю, боже, помоги, пожалуйста. Пусть мне пару билетов просто с неба свалится. Но да, Джастин едет в мировой тур. И Настя такая... Я нашла приложение, дурацкое, я знаю, успокойтесь, я осознаю свою ошибку. Называется Tinder. Ну вы, конечно же, знаете, что такое Tinder, да? Я просто не знаю, я ненавижу это приложение и люблю одновременно. Да, и это были все новости, и еще одна новость, у меня батарейка заканчивается, так что лучше мне быстрее заткнуться. И желаю вам хорошего вечера, дня, утра, ночи, что у вас там, не знаю. Муа!